Добрый день, уважаемые подписчики, рад вновь приветствовать вас на своем канале Relevant SEO. Сегодня мы продолжаем проводить обзоры наиболее перспективных проектов и поговорим о таком проекте, как Altair VR. Давайте сразу же скажем, что данный проект себя представляет, но из названия, я думаю, вы поняли, что так как используется VR, этот проект так связан с VR-технологиями, то есть виртуальной реальностью. Как описывается проект разработчиками? Они представляют свой проект как виртуальная энциклопедия, как первая VR-платформа познания мира, построенная на технологии блокчейн. То есть мы получаем определенную энциклопедию, грубо говоря, Википедию, только с применением технологии VR, виртуальной реальности. Здесь более подробно описывается сам проект Altair VR, что это такое, то есть как это работает. Здесь данные вопросы более подробно расписываются, то есть зачем это вообще создается и для чего, как это будет использоваться. Как видим, здесь у нас такой определенный roadmap представлен с успехами данной компании, то есть чем они примечательны, что у них уже было создано, то есть, какой опыт они имеют. То есть, вы видите, что проект еще развивается с 2010 года. И сейчас они внедряют непосредственно блокчейн технологии в данную сферу. Как видите, сейчас проходит уже запуск базовой платформы, создание базового функционала и уровня масштаба Земли. То есть, далее уже планируется в четвертом квартале использовать API для сторонних разработчиков. А также здесь описываются преимущества платформы Altair VR, то есть открытая познавательная платформа, низкие комиссии на платформе, а машина времени позволит посмотреть разные исторические события еще и с разных точек зрения, то есть собственный гид по площадке, площадка будет финансировать и спонсировать создание контента, и большинство существующих VR-приложений будут доступны на данной платформе. А почему применяется блокчейн? Конечно, это децентрализованное хранение данных блокчейна, это залог сохранения независимой стабильной работы, это естественно так. То есть сообщество управляет созданным контентом и прозрачность всех платежей. То есть получаем при помощи блокчейна полную прозрачность совершаемых транзакций. А также здесь представлена информация по дальнейшему развитию проекта, учитывая различные сборы. То есть, видите, что будет реализовано при сборах 5 миллионов долларов, при 10 миллионов долларов, 20, 30, 40 и 50. То есть, видите, что здесь все описывается. То есть, при сборе 5 миллионов долларов будет реализован базовый функционал. Дальше здесь также более подробно описывается непосредственно само распределение токенов, как они будут распределяться, и распределение собственных средств. То есть, маркетинг, RID, команда, легализация и прочие расходы. Здесь можете познакомиться с командой проекта, что она из себя представляет. Как видите, здесь представлена информация по каждому из членов команды. Вся команда — это русскоязычные люди. То есть с каждым из них вы можете более подробно знакомиться, посмотреть их профили в Facebook, либо в социальной сети LinkedIn, у кого есть они в данной социальной сети. Помимо этого, советую вам знакомиться с советниками и консультантами проекта. Это также достаточно известные и уважаемые люди, с которыми обязательно стоит ознакомиться. Партнерами проекта Altair VR являются такие известные компании, как MTS, Microsoft Azure, Amazon, Mega Accelerator и компания Free. Также можете почитать информацию, которая представлена в СМИ о данном проекте. О них писали в РПК, например, Forbes, Сколково и так далее. То есть здесь представлена вся информация по данному проекту. И, конечно, самое важное — это то, как в данный проект инвестировать. Необходимо, чтобы приступить к инвестициям, необходимо нажать «Участвовать». У вас открывается форма авторизации. Если вы еще не авторизованы, а если вы уже авторизованы, то сразу же попадаете в личный кабинет. И здесь уже вся информация по пресейлу, по текущим сборам, по инвесторам. То есть здесь реферальную программу можете посмотреть и так далее. То есть здесь вся информация необходима представлена. Ну и на этом все. Спасибо за внимание. Спасибо, что посмотрели мой обзор. Всего доброго и до новых встреч.